и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. На основании части 5 статьи 69 УПРФ по сроку внести преступление путем частичного сложения мер назначенного наказания с наказанием по приговору суда 28 декабря 2009 года окончательно назначить непетента наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания без исправительной колонии строгого режима. Срок отбывания наказания считается 18 сентября 2017 года за честь Никитина после лишения свободы наказания в отбытии по приговору суда 28 декабря 2009, 26 ноября 2008 до 18 сентября 2017 года. В связи с отбыванием ранее назначенного наказания и лишения свободы, меры пресечения Никитина до вступления приговора закона сегодня не избирать, содержать в курсе его обвинения. Взыскать с Никитенко в счет компенсации морального вреда пользу Малышева Светлана Михайловича 400 тысяч рублей, пользу Малышева Данила Юрьевича 400 тысяч рублей, пользу Малышева Александра Юрьевича 400 тысяч рублей. Признать за Малышевой СМ, Малышевым Данилом Малышевым А.И. право на выдание гражданского иска в части имущественного ущерба, передать вопрос о порядке, о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Взыскать с Никитенко в счет федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки в сумме 2000 рублей. Вещественные доказательства нет для рассмотрения уголовного дела в отношении лиц, объявленных по настоящему делу в розыск. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке Верховного Российской Федерации через Верховный суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня провозглашения осужденных или срок со дня получения копии приговора. Довольно? Человек должен принести наказание, но я надеюсь, что и будут найдены остальные участники этого циничного, хладнокровного преступления и наказаны по всей строгости закона. А вот у меня еще такой вопрос. Может быть, ему дочери не рассказывала, может быть, ему мама рассказывала, может, поступали угрозы, чего там боялся. Ну, в судебном заседании было это все, да, и в приговоре все оглашено, что да, он опасался. Вы с вами делаете страх, опасался? Ну, это чувствовалось, в семье это чувствовалось. Я это чувствовала, и, может быть, мы даже, чтобы это не осуществилось, боялись так говорить, но это чувствовалось, это было, да. И рассказывалось, и, да, произносилось, чувствовалось. Очень много заболеваний смертельно. Вот что и подтверждает, соответственно, его слова о падающем пытается. А? В 2009 году он осужден Московским городским судом за покушение на убийство. То есть именно по части 330 пункта ЖЗ, часть 2 статьи 105 УК РФ. Осужден он и признан виновным судом присяжных. И после этого, после его данного осуждения, он изъявил желание рассказать о выставке совершенно последнего в городе Казани в 2006 году. То есть ранее у него не было этого дела, да? Ну, этот эпизод. Не было. Он добрал все. Все необходимые документы были с его стороны, со стороны следствия оформлены надлежащим образом. Никакого давления на него не оказывалось. Все было добровольно. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».